Всем привет, всем привет, с вами Шмэг, вы на канале у Шмэг. Сегодня поиграем в игру под названием John Wick Hex. То недавно вышла игра в Эпике. Играйте так, как задумали разработчики. Например, следующее ощущение, у вас будет всего 6 секунд. Не, ну давайте за агента, зачем нам некоторое время назад, еще до Хелен. John fucking Wick. Гребаный Джон Уик, действительно. Твою же мать. Он здорово осложняет дело, а? Да ты не мог не догадываться, что наше исчезновение не пройдет незамеченным? Разумеется, я предполагал, что ваше правление примет какие-то меры. Откроет контракт, отправит ищейку. Но я не ожидал, что на меня натравят самого дьявола. Я полагаю, места, где мы сейчас находимся, нет ни одной... Разумеется, никто не знает об этом месте. Возможно, именно поэтому ваш друг начал поиски с убежища от Граву в Чайнатауне. Мистер Ву работает на тебя? Работал. Отвечал за все, что было к югу от 14-й авеню. Засранец не пытался скрыть, что работает на меня. Даже гордился, черт его дери. Я до последнего надеялся, Шекс, что ты всего лишь выдумка, чтобы работнички не слишком распоясались. Я много сделал для того, чтобы оставаться вне поля зрения. Пока не решил вас похитить. Да, ровно до того момента. У меня на вас большие планы, и они включают немного театральности. Всегда любил театральность. Это пошаговость, типа, получается, или как? Опа, управление камерой. Помещаем камеру с помощью FR, понял. Прерывание и длительность действия. У каждого действия своя продолжительность. Она поражается в ленте в верхней части экрана. Игра приостанавливается после завершения вашего действия, или если вас прервали. Прерывание происходит, если ваше действие стало невозможно. Появился новый враг. Нападение на врага, щелкните левой кнопкой мыши по врагу, чтобы заменить с ним у каждого действия своей дальности. Например, для ближнего боя нужно подойти ближе. Действие врагов отображается в ленте под вашим. Используйте это для припланировки действия. Ближний бой. Удары и выстрелы уменьшают здоровье и собранность врагов. В ближнем бою врага также можно оглушить. Продолжительность оглушения указывается в ленте. Что-то я не очень понимаю. А, я могу только своим пистолетом. Я понял. Так. Эвакуация. Не останавливаясь при появлении врага, игра встанет на паузу. Двигайтесь к выходу. А где эвакуация-то? Я могу вообще вот так прям всю. Так, а где эвакуация? Туда или туда? Да, наверное, туда нам нужно, потому что там есть враг. Стопа! Хорош. Там эвакуация, а там что? Я не могу здесь ничего открыть, я понял. Так, тогда идем. А вот сюда зайти, типа в клубы. Вступление и исполнение. У всех атакующих действий в ленте есть серая область. Перед подготовкой крашеная в розовую область указывает на исполнение действия. Так, окей. Район зачищен. Продолжить. А, еще есть бинты. Знакомство с картой. Операции бывают очень долгими. Экономьте здоровье и патрон, так как они переходят на следующий уровень. Чтобы успешно завершать задание, планируйте ее наперед.
Вероятность попадания исполнения некоторых людей указана в процентах. Она рассчитает, это я прочитал уже. Так. Ой-ой-ой, мало патронов, справлюсь с боеприпасами. Тратится время. Промах. Так, у него там какие-то пистолетики, это меня не интересует, побежали. Он меня заметил или нет? Хорош, 60 было процентов, но мы справились вроде как. О, в хпшку типа. Хорош. Топ пистолет 10 из 15, магазинов больше нету. Так, еще здесь есть, можно оружие подбирать. Что? Так, а где эвакуация? Это я что-то не очень понимаю. Да нет. Подожди. Приблизить, отдалить. Надо совсем отдалить, потому что... А, эвакуация вот тут вот, типа. Эффективность оружия во время перезарядки патронов выброшенного магазина теряется. При всем можно иметь только одно оружие. Ай-яп! Количество бинтов ограничено. Да, я понял. Блин, да, попадают нормально так в меня, в принципе. А сколько один бинт восстанавливает здоровье, да? Я не посмотрел, да? Перезарядка, нет патронов. У меня всего лишь 6. Так, пойдем-ка туда. А, через то я не могу пройти. Все, понял. Давай сюда тогда идем, в эту сторону, чтобы... А еще есть соперники или нет? Видимо, больше нету никого, да? Район зачищен. Ага. Так, ну ладно. Хорошо. Блин, надо этим-то колесиком очень много крутить. Виды врагов. Враги используют разное оружие и ведут себя тоже по-разному. Обращайте внимание на их имена. Кто из нас может похвастаться непрочностью? Непорочностью, все мы убийцы и воры, а и то похуже. Говори за себя, мы чтим кодекс, у нас есть правила. Верно. Правила для тех, кто не знает, как их обойти. Ау, ёпарный карась. Ну, короче, за низким укрытием можно уйти с линии обзора, и если присесть, Так, 10 из 17. Ну так, хорошо. Больше там никого нет, пойдем проверим. Что это такое? Он встал, в смысле? Что за бред? Так, либо через клуб, либо через... Да нет, через клуб пошли, чё мы. Так, открыть дверь. Так, двое, да? Так, а мы можем присесть же ведь, да? Чтобы избежать удара, достаточно вовремя отойти или нанести контрудар. Но вы расходите собранность. Подожди. Сейчас же моя фишка, нет? Нет, сейчас же моя, да. Так, давай сюда подойдем.
Поднимем пистолет. Так, что у нас тут еще есть? Дверка какая-то. А, оттуда и будет идти сейчас народ, да? Хорош. Это понял, открывать не могу, должно появиться, короче. А, оттуда все время будет появляться. Все, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, Андрей. Он... Толчок будет быстрее и удар будет быстрее. Давай толчок. Масштабы стычки. Этот бой будет нелегким. Не забывайте о ленте, учитывайте обзор врагов. Понял. Он еще пока думает. Подожди, мы вот так вот. Огонь. Ать, тихо. Мало собранности. А, еще, блин, собраться, я понял. Так, стоп. Нет, вот ты. Ааа, fucking shit, меня убили, мазафака. Твою налево. Вот я лошара, да? Edgar's boys are rather unpleasant, if I recall correctly. Who among our kind are innocent? We are murderers, thieves, and worse. Speak for yourself. We live by a code. There are rules. True. For those without the vision to transcend them. Да ёптель. А, тут уже все трупешник, типа. Так, подожди, а если мы пройдем вот сюда? Что? Кто меня заметил? А, этот, так это лошара. Забей. Ай-яй-яй, попал. Так, хорошо. Не попал. Так. Патронов нету. Так, там никого нету. Сюда идем, поднимаем. Собраться. Хорош. Так, значит, там никого, выходы там. Так, я его убил, да? А где пистолет-то? Есть пистолет у него или нет? Стоп. Да блин, очень... Давай, иди сюда. В смысле? Ну, я же нажал. Чего? Так, поднимаем пистолет. А что у нас нету? А, патронов и не было, типа, да? Так, прошли. Район зачищен. 6 из 10. Блин, бинтов. У меня нет бинтов уже. Слушай, да, такое немножко... Было простенько, стало немножко сложноватенько. Не! Иногда нужно притормозить. Ну, это понятно, да, это я все понимаю. Так, стоп, Андрей.
Так, сейчас, подожди, а где выход у нас? А, выход там, все, пошли. Тихо. Да понятно, господи, ну я понял все уже. Да? Да блин, где эта кнопка-то? Во. Да ладно, я так быстро сдох. Типа, а эти... О, ничего себе. Да, сложновато. Че? Винтов нету, 6 здоровья. Блин, там он сейчас будет. Тихо. Иди нахер. Кто там что меня заметил? Я же вышел. Я не могу выйти? Выход запла... А, понял. Толчок, удар. Так, сейчас нейтрализовать. Парировать. И нейтрализовать. Все равно нельзя, не получится. Ё-моё. Так, нейтрализовать. Погнали. Ё-моё. Он с пистолетом или нет? Он с пистолетом. Так, сейчас, ребят, секунду. Ой, мне кто-то звонит. А, все, да, отзвонились. Так. Хорош. Вроде все, да? Да, хорош. Один бинт, 3 хпшки осталось. Босс, там потом уже будет босс. Ну это вообще, конечно, мощь. Ладно. Не, очень интересная игра, мне пока очень нравится. Решили дать последний... В безопасном месте? В этом городе нет безопасных мест. Правление не защищает моих ребят, а они не питают иллюзий по поводу этой организации. Ничто не свято. Ваш пафос и фальшивые монеты нас не касаются. Pageantry and false currency. А, бинты могут... бинты, то есть, сотку выжигают. А где выход? Так, сейчас, ребят, где выход? Так. Да, так, окей. Так, а где выход? Алло, нету выхода? Я не вижу выход. Ты видишь выход? А, выход... Где выход? Там выход. Боссу, типа, а как зайти туда? Так. Пум-пум-пум. Защитник. Не, пусть он идет.
меня один патрон остался. Хорош. Попали. Так, хорошечно, хорошечно. Так, а как туда попасть-то? Я что-то не очень пока... Я не очень пока понимаю, подожди. Вот я кручу камеру, а где вход-то где-то какой-нибудь есть? Кто меня заметил? Где? Где? Сверху где-то? Подожди. А, да, сверху. Положение. Выполняет реализацию толчок, Джон может уйти от атаки. Так, ребят, сейчас секунду. Да, да блин, мне все... Стоп, это кто? А, это защитник. Защитник, забей. Кто? О! Вот же ж сакатина, тварь. Поднять. Так. Я не вижу, как пройти туда, в этот. Ну, давай по кругу пройдемся, может быть. А, и все, что ли, получается? А как туда пройти-то? Непонятно. Рядом враги, он говорит. Где враг? А, я не видел его. Хорош, 6 про... или 7. Окей, давай сюда. Район зачищен. Так, район зачищен, окей, продолжить. 6, очень мало патронов, очень мало всего. И там у нас Босяцкий. Босяцкий. Так, но есть бинты. Так, нет. Да стоп. Так, дали мне 2 патрона лишних. Давай, возьмем. Так. Открывание, ждем. Кто там будет? Он попал в меня? Да, попал. Но у меня есть один бинт, так, ничего страшного. Сражение с боссом. У боссов больше, а их выстрелы нельзя прервать, как у других врагов. У них высокий уровень собранности, поэтому попасть в них сложнее. Опа! Ничего себе. А я даже не успел бинт заюзать, да? Нет! Да ёптель-моптель! Ну как так-то? Переиграть, окей. Так, опять мы сдохли. Как маленькие. Я не могу, что ли, кувырок сюда сделать?
Ой, не, вообще, короче, не то все сделал, да? Так, еще разок. Так, я понял, что на корточках, короче, тема. Так, ну ладно. Попал он? Вроде не попал он, да? Собака-тварь попал один раз. Так, ладно, давай заюзаем бинты, потому что там потом уже не будет времени, да? Особого. Так, 9 патронов на босса хватит или нет? Блин, у меня 6 здоровья, опять же. Так, здесь надо как-то по-хитрому с ним, да? Ждать. Шанс 40. Ждем, пока ждем. Сорок мало. Стопа. У меня 5 патронов всего осталось. Хорошо. Чайнатаун. Но получить новое звание для уровня Змей Горыныч. Переиграть или получить. Продолжить. Эдгар was loyal to the end. Эдгар был верен и до конца. Он ничего не сказал Уику, мало кто на его месте повел бы себя так же. Что ж, судя по твоему тону, на этом мистер Уик не закончил поиски. О, нет. Это было только начало. А зачем вы вообще притащили нас сюда, Хэкс? Разумеется, я был бы рад встрече с тобой, но у нас... у всех полно других дел. Вы ключик к одному крайне важному замку. У вас есть выход направления, которое заправляет вашим отелем, а также на мир, который за ним стоит. Как и любая власть, они всего лишь маска, личина, за которой скрывается очень непростая истина. Именно власть определяет наше место и решает, каким будет мир вокруг нас. И правление всегда придерживалось этого принципа. Каждый должен поклясться в верности, все должны служить и подчиняться. Ну, может быть, и не все. Только те, кому еще дорога жизнь. Видишь ли, сильные мира сего не слишком-то уважают тех, кто готов преклонить перед ним колено. Они одаривают их богатствами и чинами, взращивают в них чувство собственной важности, но не уважают. Сильные уважают лишь сильного. Нужно продемонстрировать силу, чтобы заслужить место среди них. Поэтому ты на нас напал, чтобы продемонстрировать силу? Нет. Убить вас на ступенях отеля Континенталь на Святой Земле, не боясь последствий, вот это будет демонстрация силы. Они найдут и убьют тебя, судья. Выразит
уважение мне и будет уважать мое неотъемлемое право. Да, пожалуйста, продолжай. Меня любопытно, куда ты дальше отправился, Джонатан. В Элизиум, один из клубов Ву. Царство доступных удовольствий и неприлично дорогого алкоголя. Единственное, что достойно уважения в этом клубе, его владелец, вышибала по имени Осборн. Этот парень мне по душе. Уик подумал, что человек вроде Осборна знает, где меня искать. Но чтобы расспросить его, Уику придется прорваться в самое сердце этой неприступной крепости. Ребят, на этом закончу первую серию по данной игре. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет больше. Всем счастливо, всем пока, всем Джона Уика и покеда. Баба-Яга в деле.